Доброго времени суток всем подписчикам паблика Delphi. Хотел бы снять небольшой обзор на сканер и на программку. А в таком тестировать буду свою машину 15-й модели Lada. Как бы я запускаю, можно не запускать, просто включаем зажигание. Вот такой вот у меня сканер Delphi, двухплатный, китаец. Ну, как бы пока мне хватает. Вот, соответственно, программы автокомовские. Программа 2021 загружается достаточно быстро, работает шустро. То есть вот мы видим главное меню. Все, выбираем нашу марку, модель автомобиля. Так, сейчас, секунду. Выбираем марку, модель, год выпуска. Соответственно, бензин. Так. Угу. Убираем программку. И все, вот началось подключение. То есть делаем диагностику. Соответственно, сканер работает отлично. Подключение уже прошло. То есть все это происходит очень быстро. Вот мы, соответственно, видим все ошибки. То есть у меня неисправен датчик. То есть я об этом знаю. Времени нет просто заняться. Все, стираем. Все это происходит также мгновенно. Далее мы также можем посмотреть, допустим, структурную регулировку сделать, либо в реальном времени посмотреть все датчики. Также, допустим, что-то скорректировать, подветривать, что-то исправить, что-то отключить. Все это он позволяет. Допустим, также вот здесь. То есть можем что-то проверить конкретно по, ну, там, блокам, не блокам. Пущу. Все, допустим, даже, грубо говоря, холостые обороты. Нажимаем. А сейчас он. Двигатель работает. Окей. Сейчас он ее потушит. Сейчас пройдет инициализация, получается. Все, вот сейчас он делает тесты, получается, на него. Машина у меня работает нестабильно, от слова совсем. Все ее трихомудит. Так, внутри летопливного насоса, давайте так это не делаем. Вот все невозможно. Странно, до этого он все активировал. Так, тестируем еще раз. Вот кислородный датчик. То есть у меня появляется эта ошибка постоянно. В принципе, программа в своем обращении очень простая. Разберется, я думаю, любой, как опытный человек, так и не совсем. И в данном случае я пользуюсь этой программой первый раз. То есть установил я ее через паблик Delphi. То есть оплатил 2500. Мне скинули все, все софты, все полностью. Как бы я оплатил, очень доволен.